Всем привет, ребят! Сегодня мы покатаемся по Таллину и поделаем трешки на самокат. Наша первая остановка – это скейт-парк на улице Техника. И я хочу здесь сделать трансфер через вот этот вот вулкан. Я почти сделал. Сейчас добирать надо. Так что давайте попробуем сделать с каким-нибудь трешком. Я думаю, с баром будет легче всего сделать. Ну, хотя бы закрутил. Сейчас осталось только поставить. Вот и поставил барспин через этот трансфер. Ладно, поехали в следующий скейт-парк. Ребят, смотрите, какую лужу нашел. Как вы думаете? Смогу перепрыгнуть? Если перепрыгну, то с вас лайк и подписка. Погнали! Еще у нас в центре города есть вот такая вот шишка. Ее специально сделали, чтобы ребята могли учить фейки. И она называется фейки-шишка. Так что давайте делаем фейки. Еще у нас в центре города есть вот такая вот площадка стритерская. И здесь можно делать гринды. Так что давайте сделаем фиги. Еще за этим скейт-парком, даже за таким маленьким, ухаживают. Смотрите, здесь поставили вот такие железные штуки. Их, наверное, неделю назад не было. Так что это круто. Давайте сделаем какие-нибудь трешки через вот этот вот подкатик. Ой, ребят, стоп, это не подкатик, это пирамидка. Извиняюсь. В центре города есть еще один скейт-парк. Он называется Кали. Этот скейт-парк очень прикольный из-за того, что тут есть мини-спайн. И в него реально можно учить такие страшные трюки, которые страшно делать в большом спайне. Но минус в том, что он очень скользкий. Ну, давайте поделаем какие-нибудь трючки через спайн. Поехали. Смотрите, какие красивые домики. Это мы приехали в район Лас-Намяе. Но самое главное для самокатчика – это хорошо поесть. Я люблю шашлык. А вы? Ребята, я очень объелся, так что сегодня больше трюков не будет. Всем удачи, прогресса, пока-пока.